на склона тиха Елеонских гор усердно молит сына мать от горниц взять ее сионский, ее от мира скорби взять. Без сына матери несносно, иного трудно ей желать, чем раз увидеть его просто и чадо вновь свое обнять. Спустя три дня открылось небо, и сам Христос сошел к одру. Вокруг все дымно просветлело, вмиг утонул в сплошном свету. Душа пречистая восстала и в руце Божие взошла, любовью заблагоухала и ризы славы обрела. Христос от смерти мать восставил, своею силой воскресил, как мать небес ее прославил и высшей силой озарил. Она одре лицо сияла, уснувшей матери благой, сердца отрадой наполняла, даря всем сладостный покой. Больные тут же исцелялись, коснувшись лишь ее одра, и к новой жизни вдохновлялись, как солнце раннего утра. Христос от смерти мать восставил, своею силой воскресил, как мать небес ее прославил и высшей силой озарил. Любовью к матери горя пришел Фома в срок не успевший, душою раненой скорбя. Ему открыли гроб, пришились, но тело в гробе не нашли и несказанно удивились, найдя они лишь пели. Христос от смерти мать восставил, своею силой воскресил, как мать небес ее прославил.